Здравствуйте! Видео подготовлено сайтом online-gdz.net, номер 784. Увеличьте следующие дроби в 10, 100 и 1000 раз. Раз будем увеличивать, значит, это надо умножить на 10, 100 или 1000. А при умножении десятичной дроби на 10 переносится запятая вправо на один знак. На 100 переносится запятая вправо на два знака. На 1000 переносится запятая вправо на три знака. А увеличим числом 7,3459 десятитысячных в 10 раз. То есть умножим на 10. Перенесем запятую вправо на один знак. Получим 73,459. Теперь число увеличим в 100 раз. То есть умножим его на 100. А раз умножим на 100, значит перенесем запятую вправо на два знака. Получим 734,59. И это же число увеличим в 1000 раз. Значит, умножим его на 1000. А раз умножим на 1000, перенесем запятую вправо на три знака. И получим 7345,9. Точно так же будем делать со всеми остальными дробями. Итак, Б. Число 8,279 увеличим в 10 раз, то есть умножим на 10. Перенесем запятую вправо на один знак. Получим 82,79. Это же число будем увеличивать в 100 раз, то есть умножать на 100. А для этого будем переносить запятую на два знака и получим 827,9. И теперь увеличим в 1000 раз, то есть умножим на 1000. А для этого перенесем запятую вправо на три знака и получим 8279. В. 9,13 умножим на 10, увеличим в 10 раз. Получим 91,3. Это же число умножим на 100, увеличим в 100 раз. Перенесем запятую вправо на два знака. Получаем 913. Это же число умножаем на 1000. Увеличиваем в 1000 раз. Перенесем запятую вправо на три знака. Здесь у нас всего два знака. Если не хватает, мы справа добавляем нолики. В нашем случае надо добавить один нолик справа, чтобы перенести запятую на три знака. И таким образом мы получаем числом 9130. Г. Число 7,2. Увеличиваем в 10 раз, умножаем на 10, переносим запятую вправо на один знак, получаем 72. То же самое число увеличиваем в 100 раз, то есть умножаем на 100. Для этого надо перенести запятую вправо на два знака. Нам не хватает. Добавляем справа нолик. И, соответственно, переносим запятую вправо на два знака. Получаем 720. Ответ 720. И теперь то же самое число 7,2 увеличиваем в 1000 раз. То есть надо запятую перенести на три знака вправо. У нас не хватает, нам надо добавить два нолика.
И тогда переносим запятую на 3 знака вправо и получаем число 7200. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.